В чем разница? Истоки чистоты зеленые, Renaissance Triple Set или Detox Pro? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Юлия Ратманская, я бизнес-партнер компании Siberian Wellness. И я тебе сейчас все расскажу. Когда я только пришла в компанию, я тоже задалась этим вопросом. В чем разница? Я не понимала. И, если честно, много кто вокруг меня тоже не понимал этой разницы. В чем она принципиально состоит? Мне говорили, что истоки чистоты зеленые действуют так же, как и Renaissance Triple Set, просто дольше. Потому что зеленые истоки нужно пить месяц, Renaissance Triple Set пьется 2 недели, а Detox Pro пьется 20 дней. Но про Detox Pro я тогда вообще не думала, потому что я вообще тогда не расценивала его на одном уровне с истоками и Renaissance Triple Set. А оказывается, они все в одной истории. Друзья, вы представляете, пришлось самостоятельно во всем этом покопаться, разобраться. У меня это получилось, и сейчас вы узнаете, в чем же их отличие. Для начала хочу сказать, что во всех трех комплексах абсолютно натуральный состав. Все ингредиенты натуральные. Но в чем разница? Во-первых, в дозировках активных веществ. Во-вторых, использование инновационных технологий при производстве. Итак, истоки чистоты зеленые, хороший продукт. Я ими пользовалась, собственно, когда я только зашла в Siberian Wellness, я их взяла и месяц принимала. И почувствовала на себе их эффективное действие. И в составе этих истоков чистоты находятся нативные травы и два экстракта. Антиоксидантный комплекс, который находится в третьей упаковке. Он так же, как и классический новамин в синей упаковке. Кстати, видео о нем есть у меня на канале. Обязательно посмотрите. Рассказала там, в чем разница между новамином и новамином N. И в этих истоках чистоты антиоксидантный комплекс создан также на синтетической основе. Синтетические антиоксиданты ничем не отличаются от натуральных. Просто нужно немножко больше времени, чтобы они попали к нам в организм, вступили в реакцию с нужными компонентами, собрали и начали работать. В общем, им нужно чуть больше времени, но эффект абсолютно такой же. В Renaissance Triple Set немножечко все по-другому. Здесь уже нет нативных трав, здесь только экстракты. А что это значит? А значит, это то, что здесь больше активных веществ. А антиоксиданты в третьей формуле, они тоже частично синтетические, но подкреплены уже и натуральными. То есть эффект от их воздействия уже немножечко быстрее, чем в истоках чистоты зеленых. И третий продукт – это Detox Pro. Это уже премиальная линейка, это люкс от Siberian Wellness. И здесь совершенно другой уровень. Здесь также экстракты, но в отличие от Renaissance Triple Set, здесь они стандартизированы. То есть здесь уже вы точно будете знать, сколько активных веществ и какой эффект вы должны получить. И вы будете на 100% уверены, что это так и будет. Потому что в нативных травах такой гарантии, к сожалению, нет. В экстрактах, которые не стандартизированы, так как в Renaissance Triple Set, тоже, к сожалению, гарантии эффективности 100% вам дать никто не может. То есть они работают, но насколько, непонятно. А в Detox Pro, благодаря стандартизированным экстрактам, вы будете уверены на 100%, что эффект будет 100%. То есть вы получаете гарантированное количество активных веществ, и, соответственно, гарантированный результат. Более того, в Detox Pro не 3 формулы, как в предыдущих истоках чистоты, а 4 формулы. И в третьей формуле также находятся антиоксиданты. И здесь они полностью натуральные и также стандартизированные. А значит, результат будет более быстрый и эффективный. И четвертая формула, то, чего, в принципе, нет в двух предыдущих истоках чистоты. И эта четвертая формула здесь присутствует благодаря инновационным технологиям. И что же вы получаете благодаря им? Во-первых, иммуностимулирующий эффект. Следующее – это то, что у вас будет нормализоваться сахар. Для чего это нужно, спросите вы в Detox Pro. Дело в том, что когда у нас в крови колеблется сахар, это сопровождается повышением внутренних токсинов, то есть свободных радикалов, с которыми мы активно пытаемся справиться, для чего же мы, собственно, и пьем антиоксиданты. И вот именно поэтому в Detox Pro есть эта инновационная технология, которая нормализует сахар.
сахар. Кроме иммуностимулирующего эффекта и нормализации сахара в крови, в четвертой формуле есть еще влияние на сердечно-сосудистую систему, которая, согласитесь, очень важна для поддержания нашего здоровья. И последняя инновационная технология в Detox Pro – это анти-эйдж эффект. То есть, что получается? Detox Pro, благодаря инновационным технологиям, уже не просто очищение организма на клеточном уровне. Это еще и иммуностимулирующее действие. Это еще и органический германий. Это еще и хром-липаза липоглюкобокс, который мы покупаем отдельно. В некотором роде это еще и Beauty Sense. Кстати, это еще один продукт из премиальной линейки Siberian Wellness. То есть, в одной упаковке мы получаем несколько продуктов в компании Siberian Wellness. Теперь вы знаете, в чем разница между истоками чистоты зеленой упаковки, Renaissance Triple Set, Detox Pro, и можете по итогам этого видео выбрать тот продукт, который подходит конкретно для вас. Как я рассказала в начале видео, я начала с истоков чистоты зеленых. Если честно, мне понравилось. Я не почувствовала отсутствие какого-то эффекта. Наоборот, эффект появился. И очень даже быстро. И в следующий раз, когда я буду проходить детокс-программу, я буду уже брать Detox Pro. Теперь-то я ведь в курсе, что и как. И я уверена, что вы тоже сделаете правильный выбор. А если вы являетесь привилегированным клиентом или бизнес-партнером Siberian Wellness, то не забывайте, что вы еще получите очень хороший кэшбэк, что тоже очень приятный бонус. Если у вас есть вопросы по продуктам компании, то пишите мне вопросы в комментариях, я обязательно разберусь и помогу вам. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До встречи в новых видео на моем канале.